Это, конечно, пипец, сколько уродов. Представляете, дитё вырезала тыквы. Ставила свечечку, ставила в тыковку. Ну, какой-то праздник у него. Не надо говорить, что это сатанинский. Это праздник детей, веселье, праздник конфет. И надо, какой-то урод пришел и разбил тыкву. Это я не знаю. Хотя я догадываюсь, кто у них тут вражда между соседями. Ну, как так можно поступить? Это же ребенок, мало там взрослые ругаются. В общем, то знаете как? Ситуация такая интересная. Выходят одни соседи из дома, идут в магазин. Следом за ними другие соседи заметают, подметают, выметают. Не то, что подметают мусор, а знаете, вот так просто берут и веником метут им вслед. Интересные чудаки. Я думаю, он выйдет или придет со школы, или, может, уже видел. Я выходила, не заметила, что она разбита. Представляете, какое разочарование. В прошлом году на почтовом ящике висели тыковки, пожалуйста. Сейчас. Такая ситуация. Сейчас пойдем посмотрим, что делает Юля. Сейчас тишина. А когда я подошла, с кем-то разговаривала. Сейчас я ей позвоню. Здрасте! А кому ты открываешь в ночной рубашке? Я думала, это мне посылка пришла. И что, в ночной рубашке открывать людям? Да. А? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.